это эпихирим авто кафе авто, эсти история тафти. Так, хорошо, давай теперь с тобой разбираться, Аристофан. Это катастрофа, говорю вам. Спокойно. О чем ты говоришь? Мой шедевр! Он изменит все. Развлечет, поразит, заинтригует и откроет глаза на махинации Клеона. Но нужна ты. Я не актер и не поэт, Аристофан. О, боги, нет! Все Феспис. Пропал мой главный актер. Что за пьеса без знаменитости? С чего ты взял, что он пропал? Он всегда репетирует. Если не пьет, или не с женщиной, или мужчиной. Вариантов много, так? Нет, он знает, как это важно. Он бы не подвел меня. Что-то случилось. Пригласи другого актера. О, нет! Феспис собирает толпы на своих спектаклях. Чем больше людей узрит, как я блистательно клеймлю Клеона, тем лучше. Так где мне его искать? Феспис редко выходит из дома. Начни поиски там. Я найду его. Готовь спектакль, я скоро вернусь вместе с ним. О, это задание по поиску. Не понял? Ну, я надеюсь, он не просто где-нибудь пьяный валяется. О, бежит, бежит. Я надеюсь, что там хоть какая-то уважительная причина. Может, его вообще убили уже? Не хотелось бы. Сейчас посмотрим. Да наглый. Услышал. Жалко. Так ты бы еще на голову прыгнул. Ну, в принципе, ты так и сделал. Что? Что не так-то, смотри? Нормально, нормально все. Все нормально. Его дом находится в северной части Больших Афин, недалеко от Агоры. Как мне туда быстрее добраться? Эти Афины, они такие здоровые. Ну, видимо, отсюда и прыгать, и бежать. А как его зовут? Феспис? Тут нет его дома. Так. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Я ж туда? Не-не-не-не, все, я ухожу уже. Я улетаю от вас. До свидания. Я еще вернусь. Так, я как-то отфильтровал. Ты когда переоделся опять? Ну вот, перед тем, как всех убить. А я хотел сказать, ты, может, спрячешься? Смотрю, одежка-то не та. Не та. Ну, я могу ненадолго все равно прятаться. Сейчас у меня 3 комплекта, да. У меня 2 на убийцу, то есть паломник плюс пират. И боевой вот этот... На воина. Чудо-женщина, который... Чудо-женщина. О, нашел. Похоже, дом Фесписа. Феспис. Так что, в общем, по надобности меняем комплекты. И очень удобно. Не мог ли где-нибудь поближе поселиться? Ну уже. Опа. Он где-то тут. Если не найду, командир меня убьет. Ай, да куда он девал это? Вот зараза. Опа. Ты не похож на актера. Разве что твоя роль афинский страж. Я? Тихо. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Но командир Доксинор. Как тебя звать? Булис. Что ж, Булис... Тебе решать, выживешь ты или нет. Понял меня? Да. Все бы такие сговорчивые были.
Скажи мне, что ты ищешь? Какую-то пьесу. Больше ничего не знаю. Пьесу? Я выполняю приказ. Мне приказали уничтожить ее. Какой молодец. Угу. Что вы сделали с Фесписом? Солдаты поют его в таверне, дальше по улице. Лучше бы рассказать мне все. Я знаю только, что им надо отвлечь актера. Проверь сама, он в таверне. Это все точно? Я выполняю приказы командира и помалкиваю. Может, нанять его в команду? Чтобы не мешался в будущем. А, значок-то этот. И чтобы не убивать его, да. То есть... Можно выгнать. Я могу просто забить на него, а вдруг он потом явится там где-нибудь, помешает. Ну давай, забери его. А в команду заберем, мешаться. Просто мне интересно, как он это все... Не знаю, у него выбора нет. Ну, тоже верно. Сделай хоть что-то полезное, помоги мне. Ты верен и исполнителен. Правда? Что скажешь? Сбежать из Афин? Спасибо. Спасибо! Как-то это все странно. Нормально. А я даже не сразу поняла про то, что ты говоришь, нанять его. А потом смотрю, значок. Он такой эпичный. Ну ладно, пусть катается с нами, почему бы нет. Вон там, даже синий катается. Да. Песни будут петь. А я его уволить даже не могу. Синего Тектона. Ну, кто-то... Я уже забыл, кто он, если честно. Ну, по квесту там. В самом начале где-то. Ну, не в самом. Не в не самом? Хватит бухать. Быстро домой. Я кому сказала? Стоят такие. Думаю, ему хватит. А тебе-то какое дело? Да, было дело. О, глядите-ка. Тебе лучше выйти. Меня прислал его наниматель, Аристофан. И? Он не работает? Да. Не работаю. Но он мне по нраву. Аристофан забавный, но его идеи, я говорил, это опасно. Так и есть. Мне он нужен трезвым и в себе. Кажется, ты не понимаешь, в чем дело. Риксинор приказал не выпускать его. Я останусь. Так спокойней. Ну, можно попробовать договориться. Подкупить их и все. Ну, попробуй. А вот это же пригрозить. Да. Это не биться. Но, скорее всего, вряд ли они просто так на угрозу. Возможно, драка начнется сразу. Да, попробуем договориться. Отдайте Фесписа, и я в долгу не останусь. Уверена, мы сможем договориться. Заплачу, сколько смогу. Я щедро заплачу. Да можно было бы 1000 им дать. Вот, за беспокойство. Дальше я сама. Легкие деньги. Что ж, больше ты нас не увидишь. Что-то мне нехорошо. Нормально. Убийственный взгляд, Саш, тебя. Актер. Как же Ubisoft любит подобные задания. Ну он сидел, Саша. Столько выпил, что устал. Как только встал, сразу упал. Ну, естественно, голова закружилась там. Качка. Да он актер. Он сказал, ты будешь в маске. Сказал, ты в безопасности. Ты так сильна, Екатерин. Воу, вверх ногами. Он не в себе, видишь? Родители говорили, либо ты актер, либо пьяница. Ха, обдурил их. Я и то, и другое. Молодец какой. Скажи ему, Клеон убьет нас. Молодец. Это уже не сатира. Колбасник был моей идеей. Тогда я соберу... Как же там было? Ах, да, колбаски.
Албас. Я открою тебе тайну. Важную. Я... забыл. Послушай-ка. Ты прелесть, правда? Все сказал? Все, похоже. Он забыл. Ну ладно. Спасибо, но дальше я сам. У меня есть любовь. Главное, чтобы ты выступил завтра. Верно, и мне нужна моя муза. Муза, не могу играть без Муза. Ее. Ты выступишь. Не, только с Екатерине. Божественное имя и тело. Существо. Люди в таверне. Кто они? А, почитатели. Безобидные. И я люблю мужчин в форме. Тебе бы протрезветь. Это важная пьеса. А Екатерине? Где моя муза? Прошу, она к западу отсюда, в доме Афродиты. Выйдешь на сцену, найду твою музу. Иногда я думаю, что надо было остаться на Кефалинии. О, Кассандра, вот, да, согласен. Что за фигня вообще? И далеко? Там где-то рядом ходит он. Справа, 20 метров до него. Ну, я его вроде пока не интересую. О, поиски муза. Ну, не так далеко, как могло бы быть. Собака. И еще одна бессонная ночь позади. Здесь меня могут заметить. Оп. Ухожу. Ухожу, 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 ухожу. Ну вы бы хоть забор ставили, где нельзя ходить. Ну что такое-то? Вот здесь нельзя, вот здесь можно. Было бы проще всем, мне кажется. Им и тебе. Хотя бы да. А то получается, оп, нельзя. Ну вот здесь нельзя. А мне сюда или не сюда? Спасибо за адреналин. Тебе спасибо. Не люблю я этот большой город. Вообще ужасно. Все далеко так. Угу. И всего в центре одна точка, куда можно вон телепортироваться. Она, я думал, там выдумка какая-то. Не в моем вкусе. Многовато мускулов. Но если есть деньги, сможем договориться. Феспис сказал, что ты тут. Мой милый Феспис, такой талант во всем. Но поговорим о нас. Да нет же, мне нужна помощь. Ты не первая. Эти руки спасли больше людей, чем Гиппократ. Нет, Феспис сказал найти тебя. Я не делаю скидок его друзьям, если ты об этом. Нет, Феспис зовет тебя, чтобы ты помогла ему сыграть. Феспис любит играть, но в этот раз придется обойтись без меня. Но ты его муза. Командир Риксинор дал понять, что я могу лишиться жизни, если стану помогать Феспису. Понятно. Пора уже. Его уже того. Да, надо грохнуть. Я все чаще слышу об этом командире Риксиноре.
Один из любимчиков Клеона. Подруги рассказывали мне. Любит наряжаться. Маска, дорогой плащ. И людей помучить не прочь. Мне жаль. Он командир гарнизона. Его люди всегда тут. Сбегу, он тотчас узнает. Зачем он угрожает тебе? Все из-за этой глупой пьесы. Они изо всех сил защищают честь Клеона. Но при чем тут ты? Актеры — суеверный народ. Командир Рексинор знает, что Феспис ни за что не станет играть без своей музы. Как-то, на мой взгляд, все это слишком сложно. Ты на музу ты не особо тянешь. Ладно, давай. Не волнуйся, я разберусь с командиром. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Это необычный афинский солдат. Да мы уже поняли, кто он. Вообще. Тайные встречи, странные друзья. Я боюсь его. Пусть он умрет. Другого выхода нет. Если умрет, ты пойдешь к Феспису? С удовольствием. Где мне найти командира? В казармах через дорогу, на севере. Он всегда вызывает девушек к себе. Добраться сюда не хватает сил. Опиши его. Он носит большой дурацкий шлем. Компенсирует недостатки. В самом большом шлеме, короче. Не волнуйся, я убью его. Принеси мне его крохотный меч. Скоро вернусь. Не зови никого счастливым, ну, да, прежде смерти. Я до тех пор он несчастлив. Ему везет. Это ты, что ли, десница? Там в списке-то, который был? Да, да, да. Внезапное большинство голосов в пользу начала войны или найденный на улице труп упрямого политика. Шрамы, оставленные культом на демократии, были недвусмысленными и устрашающими. Но это были лишь шрамы. А Рексинор был клинком. Несмотря на несгибаемость афинян, он мог обеспечить голоса за продолжение войны, как того требовал культ. Понятно. Он мелкий, что ли, по росту? В большой шапке. Похоже, мелкий, да. Скрываясь в покоях Гетер, под видом неряшливого пьяницы, в шлеме, куда поместилось бы две его головы, наш Эр казался бы почти смешным, если бы не был таким смертоносным. Обретаясь в этих покоях, он смог подобраться очень близко к самым влиятельным политикам. Глупцы, те, кто не слушает нас, почувствуют у горла тайный клинок нашего брата. Так, в смысле подобраться в покоях у Гетера? Она же сказала, что он сюда не ходит, он к себе вызывает. Он поблизости тусуется. Не сомневаюсь, что Рексинор поддерживает культ космоса. Да-да-да. Хоть вообще рядом. Осторожно сейчас вот. Лишь бы не заметили. Ну, все нормально, Кассандра. Ух ты. Там рядом с ним народ. Да не так уж нормально. Немного. Надо было его тут сразу убивать, похоже. Вот, потопал далеко за пацаном. Угу. О, этот уходит. Да
чтоб вас. Ну и наемник бежит. Достали. Не хочу тут со всеми сейчас драться. Их тут, правда, не так много уже. В очередь. Здравствуйте. Давайте уже. Какая-то Аглая едкая была. Значит, с ядом. Странно, конечно, что с культистами это работает. Месть сладка. Пояс афинского героя. Все стрелы пробивают щиты. Ой. Ты зачем сюда пришел? Так классно, конечно, этих наемников сейчас вот так вот щелк-щелк. Это смотря каких все-таки. Ну, большинство я убиваю, особенно если скрыто. Там, если не кританула, то обычно, конечно, они не умирают так легко. Но это решается вторым ударом. Сойдет за доказательство? Да какой-то не очень короткий меч. Может, она имела в виду другой вообще? Это не тот меч, но сойдет, лишь бы был мертв. Она-то имела другой. Да, да, да. Кассандра слишком буквально. Дело сделано. Ступай и проследи, чтобы Феспис не пропустил пьесу. Ты так напряжена. Иди сюда, приляг. Позабавимся немного. Или ты делец до мозга костей? Какие они тут все? Ага. Что с тобой не так? На кону нечто большее, чем пара минут ласк. Пара минут? Да ты не очень искусна в любви. Эта пьеса может решить судьбу Афин. Сдержи слово и сходи к Феспису. Не волнуйся. Приходи к нам с Фесписом в театр. Ура! Атас просто какой-то. Каждый второй пытается тебя в кровать затащить. Не, ну Кассандра, конечно, бесспорно хороша. Так, что такое? Зачем ты зависла? Что такое? Игра зависла. Отлично. Я случайно навелся на свой же скриншот, и она затупила. О. Вроде ничего не сломалось, ладно. Не смертельно. Надеюсь, меня еще не заметили. Сейчас заметят. Но мы быстро бегаем. Неудачно. Что ж такое-то? Прям коленкой, прям на угол. Да что вам надо, отстаньте. Я уже говорил, да, что мне крыльев не хватает в этой игре? Да, говорил. Не один Черт. Раз. Ну ладно. Да что такое-то? Надеюсь, они сейчас сыграют без моего участия. Мы просто посмотрим, поаплодируем. Я тоже надеюсь. Но про тебя вообще ничего не говорили. Прошу, скажи, как там Феспис? Хорошо. Он готов к завтрашнему выступлению. Слава богам! С актерами трудно поладить. Да ладно, пустяки. Вообще, я неплохо разнообразила свою жизнь. Я рад это слышать. Вот, за хлопоты. Народ сердца Афин, но моя пьеса станет их голосом. Кассандре надо было сказать, я делаю это не ради денег. И забрать. Солнце ясного луч воссияет для всех. В день
падение Клеона. О, мальчик вовсе и туп, и глуп. Ах, вот как! Все за то, а Клеон тут сидит прям. Я собирался предложить монументам достославным ваше мужество почтеть. Не бояться. Видишь, что задумал он? Стариками нас считает. Хочет плутней провести. Нет, сюда попробуй сунься. Здесь же будешь ты избит. А! О, убьют меня! Сюда скорей! Ты что, обиделся, что ли? Как-то, видимо, да. Как-то смазано немножко все это. Все это выглядело. Да, очень смазано. Что он вообще тут делал? Один еще в придачу. Ну да. Что, никто не видел, что он сидит в зале, что ли? Много вопросов. Мы давно так по сюжету не играли, что отвыкли от этого, видимо. Падай. Ага. О, привет. Ну что, у нас получилось? Такие все шумные. Что теперь? Как я и рассчитывал, пьеса имела успех. После нее и твоей речи на Пниксе Клеон почти утратил любовь народа. Сейчас он направляется в Амфиполис, чтобы оправдаться. Кассандра, Брасит велел найти тебя. Как? Он жив и здоров. Где он сейчас? В Амфиполисе. Готовится к битве. Если увидишь его, скажи, что я в пути. И что ты предпримешь? Ох ты, как интересно. Ну, я, пожалуй, я не знаю. В данном случае. Я бы Брасиду, конечно, наверное, помог. Ну, давай поможем Брасиду, а с Клеоном, я думаю, все равно разберемся. Но Клеон при этом может начать действовать, успеть. Ну, тоже верно. Я не знаю. Выбор тут, конечно. Так неожиданно. Я думала, его убили. Угу. А чем мы поможем? А, он в битве опять куда-то там лезет. Брасиду нужна помощь. Я не могу его бросить. Но если я увижу Клеона, ему конец. Интересно, есть какая-то разница? Что бы ты ни решила, помни, он человек. Ничего не обещаю. В смысле, вы предлагаете пощадить его, что ли? Или что? Я не очень понимаю. Кого? Клеона пощадить? Да. Зачем? Нет, вот они говорят... Ну вот, только что сказано было. Что бы ты ни решила, помню, он человек. Угу. Ну, я не очень понимаю. Она сказала, ничего не обещаю. Ну, да, странно очень. Интересно, непонятно. Все-таки что нужно было выбрать? Тут прям такой выбор. Может, надо было конкретно. Все-таки Клеона сначала, а потом... Не знаю. Будем надеяться, что мы сможем помочь Брасиду и... Ну да, это плыть надо, короче. Далеко-далеко.